Одной из сложнейших операций на открытом сердце – имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора и кардиовектора-дефибриллятора впервые сделали в Алматинской области. Мастер-класс провели специалисты научного национального кардиохирургического центра города Астаны. По республиканской программе лечения больных с тяжелыми формами сердечной недостаточности они делятся передовым опытом с коллегами в регионах. Благодаря такому сотрудничеству специалисты кардиоцентра Алматинской области в этом году прооперировали 2 сотни пациентов. Основные виды операции – коронарография, стентирование, аортокоронарное шунтирование. Теперь кардиохирурги региона могут имплантировать вспомогательные устройства для улучшения работы сердца. Если операция на открытом сердце, на сегодняшний день государство, если нам оплачивает около 2 миллионов тенге, вот данные виды операций, которые мы сегодня проводим, это составляет около 5 миллионов тенге. Мы, жители Алматинской области, постоянно информируем о проводимых наших операциях и также информируем их о том, чтобы все эти операции, они проводятся полностью бесплатно. В дальнейшем, может быть, потребуется несколько мастер-классов и, может быть, еще дополнительно небольшое образование, стажировка в крупных центрах Астаны или Алматы. Я думаю, что в дальнейшем и в регионах будет доступна такая помощь. То есть мы будем способствовать этому и помогать.